Всем привет, народ! С вами Анирель. Я напрочь забыла про пятый челлендж. Но сегодня последний день, поэтому давайте его скорее проходить. Три ваучера на дороге не валяются. Что у нас здесь есть? Гизаров. У него куча наносимого урона. И за каждого клона, за каждого союзника, точнее, на поле боя, он получает 20% сниженного урона. Причем каждый раз призываемый им суммоны становится все сложнее и сложнее. То есть это такой soft enrage. Обилочки. А у Ешка, которая снижает получаемый хил на 80% на 2 хода, игнорирует иммунитет. То есть Розенцель стаки вам не помогут, но от хила Розенцель поможет. Злая у Ешка в одну линию, которая запрещает вам стоять рядом. То есть она второго, в кого она попадает, самого дальнего, бьет на 30% больше. А если она задевает троих, то на 1000% больше и 100% ваншотает. И последняя гадость, это он призывает дважды двух клонов наших героев. То есть он будет... Кого вы сюда взяли, с теми вам и придется драться. Поэтому не стоит брать сюда Лукрецию. Мне сразу отсоветовали, поэтому я даже не пыталась. Идея в том, что он будет призывать Лукрецию, Лукреция будет призывать клона. Мало того, что у Гизарова сразу минус 40%. Так еще и потом разбираться и с куклой, и с Лукрецией. Она еще и воскрешается, и все такое. Из моих самых неприятных юнитов здесь Кристиана, именно поэтому я дала ей не ангелов, потому что с ангелами я замучаюсь ее убивать. И у нее самовоскрешение, потому что она шестизвездочная. Но, блин, мне реально нужен ее фракционный баф. И персонаж, чьего клона вызывает Гизаров, он, во-первых, сайленсится и не может ни атаковать, ничего делать, а во-вторых, он через 3 хода умирает, если вы не убьете клона. То есть нельзя просто забить на клонов и пытаться выпилить босса в рутфорсе. Так не работает. Когда клон умирает, под ними остаются Тайла какашечек, которые снижают тоже хил на 80%, если на них стоять. Поэтому Тайлы, похоже, не пропадают, и, скорее всего, под конец эта карта вся будет загажена. А подумала я тут, что слабоумие и отвага — это синонимы. И что мне, наверное, прям срочно нужна Тиарис на этом бою. Она будет давать более релевантное от хила, а запрет хила здесь все равно не приметится. То по привычке все беру. Розенцель, да Розенцель. А что это Розенцель? Толку-то с нее. Так, ну неплохо. 22% за первый ход. Дальше будет намного сложнее, потому что мне придется разбираться с его копьями этими дурацкими. Так. Лана и Юля. Эге. И еще в этом ходу ни в коем случае нельзя стоять рядом с кем-то. あなたのために尽くす。
超越の力には何者も不適せる。私が皆さんを守ります。ノブレス・オブ・リージ。 Ой, как я плохо встала. Ладно, пофиг, я все равно хочу его ударить. Два, не три. Больно будет, но не сильно. Так, бить Юлю этим челом не вижу смысла, потому что значит, все равно еще будет... Дамажить и хилиться. Чуть-чуть больно. Так, окей, тамошняя Юля решила сама меня проатаковать. Меня, в принципе, это устроит. Дизаров в следующий ход будет ауешить. Самое первое, самое главное, что мне стоит сделать, это заставить ее перестать воскрешаться. Вот, типа вот так. А дальше ее убивает абсолютно все, что угодно. На нее можно посмотреть, и она сдохла. А перед боем она... Нет, она не будет хилиться перед боем. Это хорошо. Все. Юль, пока. どこを指していますか。あなたのために尽くす。我が一族の名のもとに正々堂々と決闘だ。私が皆さんを守ります。 Так, это магическая уешка, но хочу ли я под нее вставать, чтобы ауру всем дать? Давайте хочу. Так. Надо было Ване тоже Гойл выдать. Мне не хватает хила, прям не хватает. どこを指していますか。 Фу, наконец-то воскрешение появилось. Окей. Так. Сейчас будет призыв клонов. Атака клонов прям-таки.
Так, мне нужен... Не, фокусный убав, что ли, нет? И все. Почему не на ком нет? Девочки, фраг баф. Не, ну ударить надо. Больно, конечно, будет неприятно, дико, но ударить все равно надо. Тем более реген есть, более-менее живем. Кстати, прикольная эта штука от АОЕ у Кристиана, хорошо помогает. Так, что у меня есть? У меня есть лишняя Розалия. Лишняя Розалия, это не самое приятное. И который раз лишнее Юля. Кек. Так, я начинаю косипорить, потому что я забываю про то, что... Босс сейчас будет ауешить. Жива! Она жива! Ей! Как так-то? Она почему-то жива. Она еще и Гизарова лечит. Вот стерва. Она сейчас умрет. Я не знаю, как этого избежать. Я могу вот так вот дать, да? Ну тогда это все попадает под АОЕшку. Чисто технически хуже уже от того, что я на эти тайлы встану, вообще не будет, потому что я уже на них встала, да?
попытаться спасти вообще всех. Давайте попытаемся. Живо? Живо. Так, следующий ход он делает ничего. Так что можно ему даже в табло прописать. Так, теперь мне надо вот такую хилочку забабахать. Так, давай, босс, пились. Пились побыстрее. Ты меня замучил. Сейчас будет АОЕшка, после которой он призовет кучу всякой дряни. И пора я уже заканчивать с этим делом, я считаю. Хватит, доколе. О, Тор! Тор, друг мой! Иди сюда. Я по тебе скучала, Тор. Радость ты моя. Сейчас у него будет минус 40%. И один из этих героев это Тиарис. А второй герой это Шерри. Мне кажется, что Шерри надо просто Тором уфигачить. И не заморачиваться больше с этим. Так. Какие скиллы вообще остались у тебя сейчас? Масхилка. О, я хочу масхилку. Не... Чё-то не попёрло. Так, раз не попёрло, то надо прямо сейчас думать о том, чтобы не встать в одну линию.
иначе у меня беда придет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно. Мне, кстати, интересно, что будет, если я обилку Тора проезжаю на босс. Но рисковать не хочется. Рисковать прям вообще не хочется. Нет, не хочу туда, потому что тогда он Тиарис заденет. Давайте лучше вот этих двоих заденем. Нормально. Двоих вообще не больно. Очень, конечно, хочется сделать все красиво, но я прям не уверена, что у меня Розалия выживет. Так что, если что, это было ожидаемо. Да. Пофиг. Пофиг. Убиваем. Тапка закидывания. Это, между прочим, легальная страта. Вот. Всем удачи в прохождении. Да здравствует принцесса. Всем пока.